Здравствуйте, друзья! Я рада приветствовать вас на канале Русская Душа. С вами Марина, и мы в моем огороде. Я вчера замульчировала лук опилками. Ну, это мелкая стружка с опилками от луковой мухи. Ну и просто как мульча от пересыхания и перегревания. Лук эксибишн. Вот показываю результат всей грядки. Рассадила свеклу. У меня здесь свекла. Это гибридная свекла F1. И еще есть один рядочек на маленькой грядке. Вот надо будет собрать урожай ягодки. Земляника богема потихоньку созревает. Зенга-зенга, она уже почти отошла. Осталась вот только у меня одна кисточка ягод. Еще беленькие. Так, лук порей отлично выглядит, очень толстые стебельки, это хорошо. Но здесь недавно посаженный лук порей, он отстает. Ничего страшного, вы знаете, я считаю, что так придумала, что часть лука я порей оставлю вообще под снег, под зиму. Так, тыкву я вчера посадила сухими семенами в грядку. 6 сортов. Посмотрим, что будет. Лишнее выдерну. Если лишнее взойдет. Посмотрите, какой огромный куст гортензии. Это гортензия метельчатая, фантом. Высотой она уже 1,5 метра. Вот, и столько бутонов на ней. Все не как у меня. Не хватает времени, не могу добежать, доделать здесь мульчирование вот под этим кустом. Но это уже срочно надо, иначе после дождя все зарастет. И подкислить почву, полить их кислой водой, с лимонной кислотой. Это тоже фантом. И несмотря на то, что его в прошлом году, точнее этой зимой, поломало снегом вот с этой крыши, вот с этой, упал кусок льда со снегом, он восстанавливается отлично. Выдал новых много побегов. Вот это все побеги нынешнего года. Толстые такие, красивые. Восстанавливается куст отлично. Ну и прекрасно. И нынче на зиму, это тоже фантом, мы ему нынче на зиму поставим ограждение, чтобы снег его не ломал. Ну, не знаю, опору какую-нибудь такую, чтобы снег попал, если упадет на это ограждение. Так, ну и вот я хотела сделать обзор не сада сегодняшнего. Хотя я готова своим садом хвастаться каждый день и много раз. Вы уже поняли. А покупок вчерашних в садовой компании Садко. Давайте по саду пробежимся, а потом будем делать обзор покупок. Так, идем. Вот доцветает мой Nippon Beauty Peon. Открываются вот боковые бутончики. Он еще немножко подцветет. Я вчера цветы оборвала, надо взять ножницы и аккуратненько здесь подстричь, привести в порядок. Так, вот белые лилии раскрываются все больше, маленькие. Нет нынче этого эффекта, 100 цветков на одном кусте. Надо будет над этим подумать. Ну пусть они тут цветут, не знаю. Так они скромненькие, видите, белые. Ну вот этот молочный пион все цветет, пока прекрасно выглядит. Отцвел только один цветок. Вот боковые бутоны на белом раскрылись. Вот на этих еще много боковых бутонов, они еще подцветут. Видите, вот они. Ой, какие огромные. Я вчера срезала 5 таких вот цветков, ну которые уже совсем до земли висели. Домой заношу, поставила в вазу, купила еще новые вазы, вот, стеклянные. Заношу на кухню. Муж говорит, а ты что за арбуз принесла? Они же большие. Так, вот здесь еще у нас боковые бутончики. Вот, цветка с желтой серединкой. Вот. И у этого еще боковые бутоны не раскрылись. То есть он еще подцветет, но недельку-то точно.
Вот такие огромные цветы. Надо будет с той стороны зайти, посмотреть. С мяч. Большие. Вот. Шиповнички мои потихоньку начали облетать. Видите? Лежат лепестки. Но это еще только начало. Вся красота еще на ветках практически. Чубушник тоже потихоньку уже начал скидывать. Я, возможно, что это дождь сбил. Лепестки белые, видите, на земле. А так он, конечно, в самом расцвете своего буйства и красоты. Ой, какой красивый. Класс. Прямо надо показать все это. Я потом, знаете, зимой буду смотреть сама. Вот клематис, видите, еще цветочки раскрывает. А вроде как говорят, этот клематис, он цветет все лето. Ну это же здорово. Только он что-то не растет. Как зацвел, так в росте остановился. А мне-то хочется, чтобы он еще и рос. Ну, пусть закладывает корни, цветочные почки там под землей, неважно. Все, не буду к нему иметь претензий, он молодец. Вот здесь я уже обстригла верхушки в этой спирейке. Сократила немножко ее в размерах. И надо уже, пора постричь вот эту серебристую полынь. А то уже распадаются стволы. Там он мой серенький цветочек. Вот он сидит в тенечке. Она любит именно вот здесь завалиться среди цветов. И спит днем в тенечке. Мы ее ищем. Она даже не отзывается, паразитка. Вот видите, тоже отцвел уже цветок. Надо его не просто обломать, надо красиво обстричь. Вот плетистая роза. Уже три богатых цветка. И там бутон начал раскрываться. Хочу подставить сегодня еще вот такую арматурину к ней. И подвязать к опоре. Вот. Дельфиниум. Так хорошо он стрелочки свои гонит. Молодец. Тоже слежу за ним, чтобы подвязывать его колосы к этим опорам, чтобы их потом, когда они расцветут, дождем не переломало. Вот, вот, пожалуйста, смотрите, какая роза, да? И становится все красивее, потому что букетиками расцветает. Ну, мало еще цветков на отдельном букете. Все это раскроется. Будет очень красиво. Так, ну и вот премьера, да? Все больше цветов на арке, на плетистой этой розе. Я, знаете, сегодня с утра из окна спальни смотрела. Ой, точнее, простите, не из окна спальни, из окна вот, вот зимнего сада. И песню пела «Миллион, миллион алых роз». Сверху тоже видно же всю эту красоту. Из окна видишь ты. Аромат стоит. Ой, аромат чудо. Ну-ка посмотрим. Не расцвел ли у нас синий цветочек на клематисе? Нет, еще не расцвел, но бутоны большие. Вот. Скоро, я думаю, расцветет. Бутоны большие. Вчера уже, знаете, смеркалось, пришли две соседки. Мы пришли к тебе смотреть твою красотищу. Стоят такие. А-а-а! Я говорю, девчонки, у вас у самих красивые сады. Говорит, нет, у нас не так. Ну, не лестно. Ну, а что я буду скрывать, конечно. Я жду вот теперь вот эту красавицу и жду лилии. Каждый раз чего-то ждешь. Заходишь в сад и чего-то ждешь. Ждешь того кустика, этого кустика, третьего. Как расцветет. И Сюшка тут бегает. Вот расцвела спасенная розочка. Вот она моя красавица. Какой классический вид у цветка. Прямо роза такая. Роза-роза. Шалфей в прошлом году, они же тоже были, эти розочки.
Шалфей их задавил, очень большие были кусты. Видите, видите, он поделенный, пересажен. Это хоть не такие огромные кустяры. Смотрите, как он красиво разросся-то, цветет. Я вам еще не показала. Сейчас отойду в сторону, покажу дорожку. И вот с этой нежно-розовой розочкой сочетается хорошо. Ну, подождем немножко, пока вот эти все букеты-то бутонов расцветут. И потом будет лучше видно. Вот он, шалфейчик мой. Красавчик. А обзор на покупки в садовом центре Садко я сниму отдельно, вам покажу. Здесь у меня малина. Сейчас так, таруса, моросейка, столичная, изобильная, гордость России, по 36 сортов. 6 сортов купили. 14 кустиков, по-моему. Так, просто двух сортов по 3 куста, остальные по 2. Так, что у меня еще? Вот нужно, все, пора уже выкапывать корзинки с с тюльпанами. Видите, пожелтели листья? Я выкопаю, они у меня в корзинках, аккуратненько выну, земли подсыплю. То есть я даже не буду землю сейчас пока вытрясать, просто выну корзинки, подсыплю хорошей почвы и сюда посажу цини вместо них. Ну, так, по 3-4 штучки. Я не помню, сколько у меня там стоит, ждет своего часа. Просто, чтобы здесь пустого места не было. Ну, либо, не знаю, ну, хочется цини, потому что, видите, здесь цветы высокие, вот эти лилии, да? И если я сюда посажу те же петуньи, они же будут как провал, вот как сейчас. Поэтому, да, надо вынимать сейчас корзинки с тюльпанчиками, с луковичками. Пусть они уже прогреваются, дозревают. Я их вон туда, под ту розу с задней стороны, складываю эти корзинки. Они у меня там дозревают. Прогреваются, обсыхают. А осенью я их снова посажу. А пока здесь будут расти цини. Ну, может, еще что-нибудь. И вот так вот вдоль дорожки смотрится бордюр из шалфея. Вот такая прелесть. Выпало у меня, видите, несколько кустов здесь. И получился прерванный бордюр. Вот. И я не подсадила. Ну, теперь в этом году уже не исправишь. И вот здесь нужно кустик один подсаживать. Но здесь он все равно сомкнется. Тут не так страшно. Вот. Пространство. Не так плотно получилось. Видите? Ну, осенью, может быть, или когда отцветет. Выкопай вот там кусты. Вот на углу. И сюда пересажу. Мой садик. Так, ну все. Видите, на опоре все хорошо. Там с той стороны тоже на опору посадила. Здесь ждем цветения. Буйства и взрыва. Везде ждем. Везде все ждем. И будем потом смотреть. Подписывайтесь на канал, если хотите увидеть, как зацветет вот этот роскошный клематис. Ну, он, конечно, выдаст нынче. А потом надо же посмотреть обязательно в полном цвету вот эту розу, которая на арке. Это ж только начало. Это ж только первые единичные цветочки. Надо увидеть, как зацветет полностью. И будет вся в розовой пене. Роза 4 сезона. Надо же посмотреть. Надо. Ну так, значит, пора подписаться. Нажать на колокольчик. Иногда заходить смотреть, чего тут у меня происходит. А вы были на канале «Русская душа». С вами Марина. И спасибо, что вы со мной. Всего вам доброго. В следующем видео выйдет обзор покупок в садовом центре Садко. Пока-пока.